И снова всем привет. Мы продолжаем изучать мануальную терапию. Сейчас мы переходим к шее. Когда человек лежит лежа, лицом вверх на столе, да? Чтобы добраться до атланта и до всех позвонков, нам надо максимально растянуть все мышцы вокруг всего черепа. Да, то есть вот и выйную связку, и ременные мышцы, и боковые, и там, лестничные, ну, в общем, все. При повороте головы как раз обнаруживается грудино-ключично-сосцевидная мышца. Значит, мы просто кладем голову на бок, ротируем на бок, да, и вот идем по очереди. Первое, грудино-ключично-сосцевидную мышцу растягиваем. Потом тут же рука лежит, захватывает сзади за затылок и за челюсть по 90 градусов. Получается, растягиваем следующую группу мышц, затылочную кость и скулу 45 градусов, следующую группу мышц, тазобедренную кость, следующую группу мышц. Вот, просто ложусь, руки вперед. Вот мы немножко поразминали, повернули голову. Вот она, эта мышца, да? С ней работаем мягенько. До ключицы. И вот тут сосцевидная кость, она к ней крепится. Место крепления здесь. Передавили место крепления здесь. И вот мы ее немножко так попружинили. Мягко. Дальше ныряем туда, за затылок, за прям у того уха. И за челюсть, а противоположная сторона, за акромиальный отросток и ключицу. Скручивание. Вот так вот. Потом, не меняя рук, переходим на скулу верхнюю. Потянули уже под 45 градусов. Теперь на височную кость и вот примерно под 15 градусов относительно оси позвоночника. Далее пятое. Вот, тянем ременные мышцы и выйную связку. Значит, прямо на живот себе положили и вот оттуда, прямо оттуда вот их вытягиваем на себя. Опускаем голову. Следующий прием. Мы ныряем туда, вплоть до четвертого позвонка, упор в стол, и весь позвоночник вот так вот через гряду своих пальцев увеличиваем лордоз, как бы вот такой мостик делаем. Вот туда. Опускай голову. Нет, ты вообще не держи. Вот, достаточно даже без масла. Если складка какая-то получилась, пропускаем. Это именно шею, да? Да, это именно шею. До места крепления мышц дошли, вот где череп, да? Положили ладошки на стол, как тарелочка, и потянули, давай так покажем, так мягенько, вот эти места крепления мышц. Тянем, на себя по голове разгладили, легонечко успокаиваем человека. Пальчиками проходим по линии роста волос и по грудино-ключично-сосцевидным мышцам вот туда вот протолкали, да, это вот мы лимфу туда сгоняем. Следующий проход. Опять зашли туда. И теперь с дрожью вот такой протягиваем все эти мышцы. Зашли поглубже, опускай голову, опускай. Вот видите, приподнимаю, видите, как его? Приподнимаю и с дрожью вот так вот все вот вытягиваю. С вибрацией на себя. Опять то же самое, тарелочка. Расслабляй шею, расслабляй. Вот потянули, разгладили волосистую часть. Ослабили лоб и брови. И уходим вот туда в ямочку за ключицей, да, и туда попрожимали. Это вот мы лимфу опускаем вниз. Третий проход. Туда же зашли. И осистые отростки между нашими пальцами вот так вот ставим. И перекидываем туда-сюда, как мячик от пинг-понга. Влево-вправо. Зашли, вот я показываю, прям туда, до четвертого позвонка. И подняли, и туда-сюда. Расслабляйся. Подкидывали, опять так же тарелочка, потянули на себя, ушли по волосистой части головы и мягкими движениями вот так опустили лимфу и потолкали в плечо. Вот это поперечные отростки толкаем. Пока даже не отростки, это просто вот шею, мы просто шею прогладили. Вот то, что вы сейчас показали. Нет, остистые. Вот это остистые. Остистые. Остистые туда-сюда, да. Ага. То есть наша цель, остистые должны быть на одной линии, да? Вот так вот. Если они разболтаны, да, мы пытаемся их
туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Как бы расшатать. Это только подготовка, да? Только мы просто подготавливаем к дальнейшей правке. И дальше на растяжение. Берем, захватываем на перепонку пальца под череп, прям вот так вот, чтобы он чувствовал, что он вот такой расслабленный, прям лежит как бы на одной точечке. Вот так вот два пальца самых длинных соединяем, как такой гамак. И вот чувствуешь, что он расслабился, да? Теперь под эту точку раз, завожу руку. Вторую руку могу ладонью, могу мякотью под плечи, да, чтобы помягче было. И вытягиваем. Вот сначала вдоль тела, потом вверх. 45 градусов тянем. Потом латерофлексия, ротация вовнутрь, чтобы нос лежал на оси позвоночника. И вытягиваю диагонально вот в эту сторону и в эту сторону. Можете руки менять, можете не менять. И теперь мышца, идущая, получается, по диагонали отсюда до уголка лопатки, леватор скапулус, да, вот под таким углом вперед. И получается по диагонали. И тянем вот туда. Чувствуется? Почувствовал ее, да? И вот туда. Вот. Видишь? Класс. Вот тонкость. Вот так вот мы по всем мышцам разобрали всю шейку, да? Подготовили человека. И потом перейдем к правке. Но об этом будет в следующем видеоролике. Будьте с нами. А с вами был Олег Алавгудин. Пока-пока.